Здравствуйте. Россия стареет. В 2015 году число россиян, перешагнувших 65-летний порог, превысило 13%. Но за последние десятилетия заметно постарели и Франция, и Италия, и Греция, и Великобритания. Так что отнюдь это не российская особенность. В дальнейшем доля пожилых людей в составе населения России будет только расти. И к 2030 году может приблизиться к 19-20%, а количество молодых людей сократится. Поэтому законопроект, который внесен в Государственную Думу о возрастном ограничении народных избранников, не лишен актуальности, как, впрочем, и дискуссия об увеличении пенсионного возраста. Об этих делах мы сегодня поговорим не с политиком, не чиновником, а журналистом. Именно после 50 все только начинается, уверена журналист, архангельский издатель Тамара Овчинникова. Здравствуйте, Тамара Валентиновна. Здравствуйте, Тамара. Вот почему именно этой темой вы заинтересовались? Мне вообще интересно, почему вы меня пригласили на эту передачу, именно поговорить на эту тему. Я вообще не считаю себя дамой в возрасте на самом деле, потому что ощущаю себя достаточно молодой. И я не знаю, с чем это связано, но с образом жизни, который я веду, это достаточно активный образ жизни. Я издатель, я преподаватель, работаю по проектам, езжу по России, путешествую, вожу машину. Есть внуки, которых я тоже балую. Однако вот толчком именно заняться, подумать, поразмышлять на эту тему явилась ваша статья. Да, так любопытно, конечно, получилось. Я написала о своей очень хорошей знакомой Ирине Нонфоджи. Это дама, которая на сегодняшний день, уж не побоюсь, скажу, возраст 56 лет. Более того, она еще инвалид. Ходит очень сложно, тяжело передвигается. Но она меня восхитила вот как раз своим оптимизмом, своим позитивным отношением к жизни, не побоявшись жить так, как она живет. А, во-первых, она вышла замуж буквально 3 года назад. Это уже за 50-летний порог, то она ведь перешагнула. Она вышла замуж за молодого, как сказать, афро-француза, который моложе ее на 20 лет. И он целый год добивался ее согласия выйти за него замуж. Добился таки. И теперь они счастливы вместе, живут. И она продолжает заниматься своим любимым делом. Она пишет стихи, ведет активный образ жизни. И вот эта статья, которую я написала, она была размещена на многих сайтах в интернете. И благодаря ей, наверное, я потом попала в Черногорию на фестиваль. Это первый фестиваль, который проводился у нас, я скажу, в России, потому что собирали в основном российских людей, ну почему-то в Черногории, который назывался «Хорошо за 50». Название обусловлено тем, чтобы показать людям, которые туда приедут, там было около 200 человек, как можно активно жить, переступив пенсионный возраст. Пенсионный возраст тоже понятие, в общем-то, такое растяжимое. У нас он 50-55 лет. 50 – это если льготный, да? А на Западе это 60-65, а то и 70 лет. Вот, в общем-то, узнав о том, что такой проходил семинар или фестиваль, правильно, да? В прямом смысле слова фестиваль, вдруг решили вообще поднимать эту тему. То есть она достаточно актуальна сейчас. Да, она актуальна и для меня, естественно. Я тоже перешагнула этот 50-летний рубеж. Но в то же время, как я уже сказала, я не ощущаю себя человеком, который сейчас завязан, допустим, там, когда люди уходят на пенсию, что значит уйти на пенсию? Вот несколько фильмов я смотрела, они с советских времен мне запомнились. Это коллектив провожает, значит, этого пенсионера, звучат какие-то он торжественные плачет. Речи, цветы, подарки, он плачет, и все плачут, может, ну, кто плачет, кто смеется, я не знаю, в зависимости от ситуации в коллективе. И вот он уходит домой и сидит, и не знает, что же ему делать. Это действительно так. Дача получается, огород, цветочки, помидоры. С внуками что посидеть, еще? Да, если да? Есть. Да. А молодые довольны. О, бабушка, дедушка на пенсию вышли, теперь они будут сидеть с внуками. Да нет же, сейчас изменилась ситуация. Бабушки и дедушки сейчас активные, они не сидят с внуками. Вот, чтобы не путаться, давайте такой классификации прибегнем. Всемирной организации здравоохранения. Что она говорит? Согласно последней, молодость длится у нас от 25 до 44 лет, зрелость 45-60, а пожилой возраст уже начинается с 60 до 75. Так что никакой тут не пожилой возраст у нас пенсионный, да, то есть его нельзя назвать, а старость только в 90 наступает.
Да, пожалуй, что так. Тем более, если взять вообще глубокую такую историю... То есть мы выходим на пенсию не пожилыми, а зрелыми людьми? Я думаю, что да. Если взять вот глубокую историю, когда-то прозвучали такие цифры, древние римляне жили до 25 лет, в средние века жили до 30-40 лет. Вот это вот, кстати, вот фраза, если бы молодость знала, если бы старость могла, она как раз была впервые озвучена в 16 веке во Франции. Это был какой-то стишок смешной. И вот тогда-то вот старость для людей в 30-40 лет была, она актуальна, конечно. Сейчас это абсолютно несерьезно. 30-40 еще абсолютно молодые люди, которые даже еще, может, и не вступили в брак, и даже еще детей не рожали. До 44 лет молодость признана Всемирной организацией здравоохранения. Но это, в общем, замечательно. А что же ждут люди на пенсии, как по-вашему, вот исходя из того фестиваля, где вы достаточно много пообщались на эту тему? Что люди ждут? Знаете, есть такая штука хорошая, которая называется опыт, интересный опыт. Мы, когда туда приехали, замечательно, что организовали для нас некие мастер-классы. То есть туда приезжали люди со своими наработками, со своим представлением о жизни после ухода на пенсию. Что это значит? Это значит, что мы участвовали во всех тех мероприятиях. Например, Дмитрий Покревский только в 53 года, есть такой у нас человек, он представлял свой проект, который называется «Здоровый образ жизни». Кстати, вот если говорить про здоровый образ жизни, у нас там каждый день мы занимались разными видами, физкультуры. Вообще спорт как таковой – это вещь, которая идет начинается в молодости и может продолжаться какое-то небольшое время. Потому что спорт – это очень большие и тяжелые физические нагрузки. А физкультура – это тот образ жизни, который тебя поддерживает в хорошей физической форме. И вот нужно найти для себя после вот определенного возраста некие какие-то упражнения, которые тебе просто помогут себя чувствовать хорошо. Оптимальные твои нагрузки. Да. Как их определить? Да решайте сами. Сходите в фитнес-центр, посмотрите, что вам нравится. Можно делать пилатес, можно делать какой-то фитнес, можно делать кардио какие-то упражнения. Да можно просто дома у телевизора ноги поднимать. Да. Самое главное, что ты себя чувствуешь после этого хорошо. Но есть один момент. Нужно это делать регулярно. Не прекращая. То есть, я не буду, я завтра отдохну, или там сегодня отдохну. Лучше делать это постоянно, потому что все-таки организм это дело, он изнашивается все равно с годами. Поэтому лучше поддерживать себя нормально. Мы вернемся все-таки. Что ждут люди после пенсии в пожилом возрасте? Что они хотят? Чтобы за ними ухаживали их дети? Или чтобы им давали субсидии и социальная защищенность государства? Да? Человек должен определить для себя новую цель. Вот смотрите, вот мы когда в течение жизни у нас происходит ряд целеполаганий. Школа обязательная, да, потом каждый решает, кто что делать. Но обычно мы учимся. Причем учимся много. Я училась очень долго, до 45 лет я все время училась. Ну, параллельно с работой имеется в виду. Да, параллельно с работой, конечно. И вот это тоже была цель – учиться чему? Или профессии, или новым знаниям. То есть осваивала какие-то новые для меня неизведанные сферы. И все это действительно параллельно с работой, параллельно с рождением детей, с воспитанием детей. Поэтому самые напряженные, я считаю, пиковые какие-то годы в жизни у человека – это где-то 30-35 лет. Когда ты накапливаешь. Да. Да. А вот потом как раз наступает тот момент, когда уже дети выращены, у тебя уже, в принципе, есть какая-то поддержка от государства в виде все-таки пенсии, есть опыт, есть знания, и вот теперь надо ставить новую цель. Что ты хочешь? Может быть, сделать то, что ты в молодости хотел, но у тебя не было на это средств, сил, возможностей. Например, прыгнуть с парашюта, да? Или освоить вообще какой-то новый вид, байкером стать. Я очень, конечно, условно говорю, но кто как. Ведь мы видели этих людей. И вот 67-летняя дама, я вот забыла, как ее зовут, которая к нам приехала из Англии. Вы можете представить? Пилон. Этот шест. И вот она на нем такие упражнения выделывала в 67 лет. Но она поставила себе «я хочу», да? Да. Она поставила себе цель «я хочу». И некоторые дамы стали, например, дизайнерами и одежды в том числе. И демонстрируют ее. Некоторые стали актрисами.
То есть и это тоже востребовано. Главное поставить цель. Угу. Но другую даже... цель, новую цель, которую ты что-то вот, что тебя будет развивать. Да, чтобы не только там вот, да, на пилоне, ну хорошо, конечно, да, на какие-то свои возможности личные, но можно ведь и какие-то и социально значимые, что ты где-то хочешь реализоваться. Да, и вот это вот как раз связано с волонтерством. У нас очень много можно заниматься помощью другим людям, другим организациям, которые занимаются благотворительностью, да ради бога. То есть опыт, и есть уже и знания, и интеллектуальные, в общем, такой запас и сила, да, и эти уже сейчас... Не те пожилые люди, да? Не те, не то поколение. У меня есть несколько фактов. Например, Макдональдс Рэй Крок создал, когда ему было за 50. Рецепт Кока-Колы Джон Пембертон придумал в 55 лет. Слушайте, ну все только начинается. Конечно. Да? Ну вот знаете, вот одна реплика, которую я приведу в пример, это на форумах в интернете вычитала. «Сами себя мы обманываем, храбримся». Как в России начать жить сначала после 50? Как получить нищенскую пенсию и чтобы хоть как-то достойно пахать еще на двух работах? Ну вот что ответите? Храбримся? Что значит храбримся? Ну вот если получаешь ты там 10, 12, ну 15, да. Ну даже да, наши пенсии небольшие, все знают, 20. Прекрасно это, конечно. Ну и чего? Ну а что, а деньги, это сильно очень важно для того, чтобы чувствовать себя счастливым, да? Ведь, в принципе, я считаю, у многих пенсионеров за спиной уже не только прожитый опыт, но и все-таки некий материальный то есть ресурс мы, есть мы в виде квартиры, в виде дачи. Мы говорим о пенсионерах, извините, а говорим, которые вот сейчас, сегодняшнего десятилетия, да, это все-таки не те пенсионеры. То есть люди уже имеют какой-то запас, они уже привыкли к каким-то условиям и комфорта, да, и они там... И это существует на самом деле, это есть у нас это все. У многих, во всяком случае, людей, которые перешагнули 50-летний рубеж. Уже с материальным багажом они, в общем-то. Ну, с каким-то. Я не говорю о больших миллионных там. Да. Что называется, да, квартира, дача. Какие-то есть необходимые. Ну, условно, я не знаю, наверное, могут какие-то люди со мной не согласиться, у кого этого нет. Возможно, это так. Ведь все живут в разных ситуациях. Но по большей части у людей есть все-таки квартиры, где они живут, и дачи, куда они ездят отдыхать, и какое-то транспортное средство, видимо. Это тоже есть, все правильно. И теперь самое главное жить так, чтобы, во-первых, тебе было хорошо, и еще самое главное, не обращать, вот, знаете, на мой взгляд, не обращать внимания на какую-то критику, которая идет в твой адрес. Вот мне кажется, с годами человек уже на эту критику не обращает внимания только по одной простой причине. Она не нужна ему, это не конструктивная критика, а вот конструктивная он может прислушаться. Он уже настолько вырос, и настолько он самодостаточен и ценен в своих собственных глазах, что его не интересует чужое мнение. Зачем? Угу. Я сам знаю, что я стою в этой жизни. То есть, чтобы реализовать свои какие-то планы после выхода на пенсию, да, это не обязательно финансы. Можно не обязательно, что у тебя там тебе кто-то дает там 50 тысяч ежемесячно, да? Ну и что? А что деньги? Ну дадут тебе эти деньги. Что с ними делать? Пойти в ресторан поесть, купить продуктов. Что дальше-то? Еще-то что? Надо что-то придумать, то, что тебе будет интересно. Вот, например, то есть должны быть внутренние мотивы. Вот конечно. Эти как цели, да, которые мы говорим. Но я, правда, вот только тоже после только 50 смогла реализовать себя как издатель, когда открыла свое собственное дело, потому что это мне интересно. И вот этим я сейчас пока занимаюсь. Я не знаю, когда-то может наступить какой-то момент, когда я скажу себе, все, мне уже это не интересно, я хочу заняться чем-то другим. А вот чем другим, я еще пока не знаю. Цель пока еще у меня не поставлена. Но это делать все-таки... Времени. Да. Но вот я вернусь даже к тому же форуму, там достаточно много, наверное, было людей уже такой в возрасте. У них нет вопроса, да? Как про там... Средний возраст людей, которые приехали в фестиваль на Черногорию хорошо за 50, был 60 лет. Средний. Угу. То есть вы что там хотели на этом фестивале? Общаться, себе доказать? Общаться друг с другом и смотреть, как другие живут в этом возрасте. И, может быть, заряжать друг друга. Может быть, перенять некий опыт, который есть у других людей. И, да, заряжать других людей тем же позитивным каким-то отношением. И это действительно происходило. Вот я ехала с дамой там в автобусе, которая сказала, все, я поняла, после этого фестиваля я приеду домой и разведусь с мужем. Они прожили 40 лет вместе. Но она решила с ним развестись, потому что она поняла, что муж ее не ценит. Ограничивает, да. И она как будто вот крылья расправила на этом фестивале. То есть это вот самореализация человека, да? Он приходит уже, наверное, с возрастом, приходит к самому себе.
Я думаю, да. Да? Что он для, сам по себе значит, его ценность как личности. И самое главное – это понять, осознать и попробовать. Вот как не, дальше как не печально, это все только с возрастом познается, да? Да. Чтобы нам, какие бы мы книжки ни читали, что бы нам люди ни говорили, все равно мы только через свой опыт это узнаем. И через общение с другими людьми. Угу. Которые, может быть, живут более качественно, на наш взгляд, жизнью. В общем-то, все равно активный возраст, активный образ жизни вести уже, так мы назовем, после 50, в пенсионном, после выхода на пенсию, это все-таки надо следить за своим здоровьем, какие-то физические нагрузки оптимальные для своего организма. Ежедневные, да? Причем. И стараться все-таки интеллектуально развиваться. Да, а вот тут мне повезло. Вы знаете, я встретилась вот в этом году с несколькими людьми, которыми я восхищаюсь до сих пор. Я, например, попала на спектакль в Москве, где играл Владимир Зельдин, которому 100 лет в этом году. Значит, в феврале ему будет 101 год. Он прекрасно держался на сцене. Зал был полный, был аншлаг, овации. Он очень хорошо говорил. То есть он играл в 100 лет играть. Это все-таки исключение. Думаете? Думаете? Я сейчас только что из Санкт-Петербурга вернулась и встречалась с Людмилой Владимировной Крутиковой-Абрамовой, вдовой Федора Александровича Абрамова. Ей 95. Это женщина, которая очень хорошо рассуждает. У нее нет никаких проблем со здоровьем в плане мозговой активности. Там понятно, что немножко физически сложно ей. Она продолжает писать. Она продолжает работать над книгами. А Ксения Петровна Гемп до скольки тоже ведь прожила. Так что... Но если мы говорим просто о среднестатистическом человеке, ну да? А что почему мы себе ставим ограничения? Почему? Почему мы думаем, что вот все, 70 – все, или 80 – все, или 90 – все? Да нет же, не надо себе ставить планки никакой, не надо. Тем более возрастной. Не надо, да. Надо жить, пока живется, пока тебе хорошо, пока ты хорошо себя чувствуешь, и заботиться о себе все-таки, на мой взгляд. Заботиться о себе, да. И осознанно подходить, да, к своему здоровью, да? Именно осознанно подходить к своему здоровью, правильно говорите. Знать, что тебя может беспокоить или беспокоит, и стараться избавиться от этого. Mm-hmm. Ученые доказали, что пожилые люди умеют значительно лучше контролировать свои эмоции и не расходуют их на значимые какие-то переживания. Вот. А еще плюсы какие есть, которые несет возраст, да? Ну, как я уже сказала, вот тот опыт, который у нас есть, он нам не дает, на мой взгляд, рисковать, как рискуют молодые. Все-таки это факт. Если здоровый авантюризм – это все-таки хорошо? Здоровый авантюризм, если человек в возрасте 20-25 лет занимается экстримом, вы называете это здоровым авантюризмом, он же не знает, что может с ним быть. И падает, разбивается. Хорошо, если жив, а то инвалид. А то и смерть, правда же? Вот это вот это не здоровый авантюризм. Нет, конечно же, это просто непросчитанная некая ситуация. Вот. У него нет опыта, он не знает, что может быть. Я говорю не про экстрим, я говорю про разные ситуации, в том числе связанные с бизнесом. И уже доказано, проводились исследования, что люди, которые создают бизнес в достаточно раннем возрасте, чаще всего прогорают. А те люди, которые создают бизнес в более позднем возрасте, чаще всего выигрывают и продолжаются эти проекты достаточно долго. Если не десятилетия, то даже столетия. Да, хочется что-то, наверное, оставить, да, уже какие-то мысли есть, вот, или вообще про возраст не надо думать? Возраст не надо думать, зачем? И не бояться возраста. Да, не бояться. Надо просто изменить ментальность, сознание людей, что не надо смотреть на человека, вернее, смотреть в паспорт и видеть цифру года рождения. Надо смотреть на человека, что он может. А вот эти возрастные ограничения о приеме на работу, да? Вот это вообще дикость какая-то, на мой взгляд. Надо смотреть, что человек может делать. Квалификацию, способности, возможности. А их у человека в возрасте гораздо больше, чем у молодых людей на самом деле. Настолько неквалифицированных специалистов, да, да, не профессионалов, а зато возраст. Тем более зато это сейчас возраст подходит. Планка вообще снижается, вот это профессиональное, к сожалению, это печально очень. Да. Зато по возрасту подходит. Зато по возрасту подходит, по поводу, да. Хотя, кстати, вот хоть говорят об этом много, но все равно пишут даже возраст там до какого-то там и все прочее. А молодые люди часто бывают, ну, на мой взгляд, именно не то что непрофессионально, несколько безинициативны, может быть, даже и безответственны. И такое бывает в жизни. Ну, а вот к обсуждаемым вопросам увеличения пенсионного возраста как относитесь? Я лично положительно отношусь. Правда. Я считаю, если человек может работать и работает,
Пусть возраст увеличится пенсионный. В конце концов, мы все равно идем по европейскому пути, и рано или поздно это случится. Я видела очень много европейцев, которые в свои 60, 70, а то и 80 лет прекрасно работают. Угу. И не грузятся, не грузятся этими проблемами, связанными с возрастом. Да, какие-то, может, свои, не знаю, пожелания тем, кто немножко боится возраста, переживает там, чтобы круглой цифрой. Да прекрасная цифра, 50 лет. Женщина у нас на севере, если ты еще по льготе в 50 лет выходишь, ну, великолепная же дата. 55 женщин у нас выходят, да, вот уже как бы официально. Прекрасная дата. Идите на пенсию, ничего не бойтесь, ставьте себе новые цели, реализуйте их, самое главное, добивайтесь их, и будьте, и молодость, она продлится. Так, спасибо большое. Спасибо. Ученые провели масштабное исследование, результаты которого указывают, что люди старше 50 лет более довольны жизнью по сравнению с молодыми. Возраст вообще понятие абстрактное. Кто-то в 20 лет старик, а кто-то и в 70 полон идей и замыслов. Вот в нашей программе своими мыслями на эту тему поделилась журналист, архангельский издатель Тамара Овчинникова. Бесспорно, вскоре нас ждет другое общество, общество с более значимой ролью средних и пожилых поколений. Но это совсем другие, с позволения сказать, старики. И, как следствие, другая экономическая ситуация. Вот такие дела. До встречи.